Друзья, я решил вам показать сегодня, но только, конечно, тем, кто не умеет этого делать, как поточить вот этот тупой ножичек. Вот берется оселок, вот он. Но я его полностью не вытаскиваю, чтобы было вот так в руках держать удобно. Потом беру ножичек. Кстати, это у меня в левой руке, а вот это ножичек в правой. Смотрите, не перепутайте. Вот, беру вот так вот. Теперь кладу вот так и веду. Видали? О! Нежно, нежно. Очень нежно, друзья. Вот так. Можно раз 10, можно раз 100. Думаю, за 100 раз ножичек не до конца не сотрется. Поняли, друзья? Вот так вот. Оп, 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 оп. Плавно вводим, переворачиваем туда-сюда. Короче, в эти движения напоминают кое-какие движения, которые совершает мужчина, когда любит женщину. Ой, что-то я не про то, друзья. Тьфу, блин, опять мне в голове какие-то мысли сексуальные. Но вы не обращайте внимания. Это я вам показал, как ножички точить. Некоторые. Ну ладно, давайте еще один вот. У меня заодно я поточу себе ножички, а то они мне тупые. Вот такой берем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Хватит. Все. Я закончил это сексуальное занятие. Надеюсь, вы запомнили и будете так же делать. Я вот пообещал одному своему другу, что я буду сегодня готовить картошку, хотя я ее не хочу есть. Но я начинаю всегда готовить картошку с лука, представляете? Сначала я чищу луковицу, беру вот так вот, чик, половина, но мне половинки хватает. Вот одну я спрячу на следующую картошку. А может быть, я ее и так как-нибудь съем. Вот. Потом, значит, я вот так беру вот эту вот чехую. Вот так вот. Бац. Снимаю. Раздеваю. Я просто раздеваю лук. Все. Это убираем. Друзья. Вот. Теперь я приготовлю лук. Смотрите. Лук. Я его, как всегда, режу всегда одинаково. О, видали? Ножичек-то я поточил. Он такой острый стал. Так плавно режет. Видали? Видно было вам? Ну, наверное. Теперь переворачиваем. Не, не так вот. Я неправильно. Вот пускай он так бы оставался. А вот так теперь я его мелко, 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 очень мелко порежу. Друзья, вы можете лук резать по-своему. Потому что каждый, сами знаете, чем занимается, как хочет. Все. Вот. Я, значит, сюда. Теперь, друзья, мы закончим, пока лук. В общем, всякая жареная картошка начинается с лука. Разместив лучок в сковородке, я наливаю Олейки. Несколько глотков налил я. И теперь я беру вилочку. Друзья, обязательно вилочку. Ножом неудобно. И начинаю вот так вот, смотрите, вот. Бац, 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 бац. По толку. Потому что лук надо рассоединить. Смотрите, он же еще склеенный между собой. Все эти дольки. Вот. Я, значит, его рассоединил. Представляете? И пока печку не включаю. Вот так по дну его распределил. Аккуратно по дну. Потом, друзья, заметьте,
А, ну это я вам покажу позже, друзья. Слегка позже. Лук пускай будет на дне. Потому что я его начинаю всегда жарить вместе с картошкой. Сегодня, друзья, в общем, у меня будет называться большая картошка это. На флоте есть такая традиция. Вы же в курсе, что я служил на флоте. Поэтому я буду вам рассказывать про большую картошку. Вот видите, лежит картошка. Смотрите. Картошка, как говорят в народе, второй хлеб. Ну, правда, пользы от нее я не знаю. Ну, полной такой пользы. Но знаю одно. От картошки стоят только воротнички. Вы в курсе? Крахмала много в ней. Вот воротнички от картошки стоят хорошо. Итак, друзья, я покажу вам, как я чищу картошку. О, нифига себе, смотрите, какую картошку нашел. О, блин, а? Мне напоминает сердце. Представляете? Или жопу. Вот прикидываете? Не знаю, что больше она мне напоминает. Но задница хорошая, вот так, смотрите. Вот, допустим, красивая девушка сидит. Обнаженная. Ну ладно, о сексе ни слова, а то модератор забанит. Все, я начинаю чистить картошку. Вот смотрите, я беру сюда пакетик, вот так кладу его. И начинаю плавно делать вот такие круговые движения, друзья. Вам видно? Это я показываю тем, кто не умеет чистить картошку. Кто никогда в жизни ее не чистил. Кто даже не видел, как ее мама чистит. Это для тех. Но большинство мужчин должны уметь чистить картошку. По крайней мере, вот из моего поколения точно все умеют. Потому что служили. Так, я ее складываю вот так, я буду мыть. А, вот, друзья, я ее вот сюда бросаю сначала. Запомню. Ну все, я вам полностью не буду я показывать, даже вот эту попочку я буду чистить, тоже не покажу, понимаете? Потом, далее увидите. Я почищу и дальше продолжим. Вот, окей. Друзья, я почистил картошку. Представляете? Вот я ее почистил. Теперь я ее порежу немножко. Вот я вот попочку, смотрите, вот попочку, как я ее хорошо почистил. Даже талию такую придал, чтобы вот, ну, заметно было, что это женская популька. Вот, друзья, теперь я должен ее порезать. Понимаете, я вот почистил, я вот сюда уберу. Я обычно режу так, смотрите. Но это только мой метод, друзья. Беру вот так, видали? О! Потом я вот так делаю. Раз, два, три, четыре, видали? И потом вот так вот чикаю. Раз, два. И ножом сюда загружаю туда. Видали? О! У меня она плавно переходит в сковородку. Видели, вон она там уже лежит. Итак, вы видели, как я ее режу. Друзья, я теперь... Смотрите, постепенно туда слоями складываю, да, и достаю, друзья, достаю вот этот, ну, белый порошок смертельный этот, вот он. Потому что, смотрите, я парочку вот сейчас отрежу, ну, рядок один положу картошки. Друзья, я положу один рядочек. Раз, два. Я могу вам похвастаться. У меня очень богатый опыт по зачистке картошки. Представляете? Я служил на флоте, а там система. 2 года, пока ты карась, а 2 года матрос считается карасем, должен чистить картошку. Вот у нас было, значит, я уже там рассказывал как-то в своем одном ролике. Ну, мне сказали, повторение, мать учения. Вот, значит,
у нас было 5 боевых частей, да? И вот через 4-е на 5-е сутки мы чистили. Ой, друзья, я за это самое, запиликался. Ладно, я сейчас вот так, бац. И сюда вот, бац. Теперь я вот один слой положил, да? Теперь вы посмотрите внимательно, друзья, что я творю. Я беру, ну, вот эту вот маленькую, для меня специальная баночка, вот. Поддончик специальный для белой смерти. Остальное я вот уберу сейчас. Хоп. Беру вот так щепотку беру и начинаю один ряд солить. Друзья, я посолил один ряд. Заметьте, теперь вот, видите, красное. Если кто-то не догадался, что это, я скажу ему. Это морковка. Я ее вот так тоже, вот смотрите. Один слой кинул, друзья. Один слой, бац. Вот так. И потом еще, смотрите, что я делаю, друзья. У меня есть укроп. Вот он, укропчик, вот здесь. Это все мне жена заставила готовить. Я вот тоже его вот так посыпаю, смотрите. Бац, слоями, друзья. Я слоями делаю, у меня все слоями. Я сам многослойный. Итак, друзья, вы поняли. Вот я буду так вот, как торт слоями. Все, я пока... значит, через 4 на 5 день... Я 2 года подряд чистил картошку. Будили нас 3 часа. 3-4. Если большая картошка, это значит, надо было 6 ведер. Ну, ведро, обыкновенное ведро, все знают, 10 литров. Ну, друзья, в общем, я буду в процессе рассказывать. Сейчас я дорежу картошку, окей. Вам не интересно, как я буду ее резать? Я вам показал примерно метод. Итак, вот я насыпал последние... Слоями, друзья, вот так, слоями, бац-бац, наложил. Теперь последнюю щепоточку беру сверху, белой смертью, посыпаю и добавляю на двоечку, вот включаю, да, друзья, и вот этой крышечкой, маленькой крышечкой накрываю. Все, процесс пошел, друзья. Расскажу вам честно. Последнюю картошку я резал ту. Помните, жопку вы видели? Ой, жалко было, страшно. Ну, надо резать, кушать-то хочется. Вот так вот, друзья. Это сегодня у меня, значит, называется большая картошка. А жареную картошку на плоти, кстати, делается на праздники, нам все время готовили. Так у нас обычно 2 раза в неделю пюре. Оно идет или с котлетой, или с гуляшом шло, или с тефтелями, ну, много еще. Повара у нас были коки. На флоте кок. Коки были у нас всегда не русские товарищи. И они, каждый из них, минимум в столовой на гражданке работал. Представляете? Это были спецы, ой-ой-ой, они в учебке не учились, они были второй вид. Второй вид – это те, кто проходит только курс молодого бойца. Топает по плацу, учит уставы 45 дней, а потом на корабль. Ну, присягу принимает и на корабль. Я такой же был, потому что я учился на артиллериста в ДСАФе в Омске. Итак, друзья, мы начинаем жарить. Мы ждем. По времени она будет жариться 30 минут. За это время... Я пошел какие-нибудь дела сделаю. В общем, вы видели, все видели, как я жарю картошку. Давайте я еще раз открою, вам покажу, как красиво она выглядит. Эта крышка от камеры болтается, блин. Подвела меня, съемку испортила. Слава богу, на вкус не действует. Все, я закрываю, и она будет париться. Заметьте, друзья, я вам скажу честно, я сильно жареную ее не делаю. Она у меня как бы пареная получается. Ну, я желающих всех приглашаю, конечно, к столу. Каждый попробует, оценит мои кулинарные способности.
Это у меня, друзья, гены сказываются. У меня батя поваром был во время войны. Представляете, он в польской армии служил. Понимаете? Поваром. Ну, щелец, стрелок по-ихнему. И еще и повар. Ну, за войну всего заслужил один крест польский. Один единственный. Участником войны признали его только в 97-м году. Ой, в 93-м. А до этого говорили, что его воинская часть в наших в рядах советской армии не значится. Организовывалась она, представляете? Он рассказывал в 43-м году, это дивизия имени Костюшки. Ну, псеколки. Хотя там все поляки были, как мой батя, русские поляки, представляете? А до 47-го года он служил там. Ну ладно, я про картошку уже, а что я про батю? Батя у меня нормально был, он был поваром. И когда он дома нам варил что-нибудь, В общем, ел он сам свою пищу, представляете? Мать его все время говорила, ну ты же поваром был, почему у тебя несъедобное? А он зато ел и хвалил, представляете? Вот такой у меня батя был. Я тоже буду хвалить, что вы думали? Ну, у меня жена, правда, очень вкусно готовит. Все, спасибо за внимание. Потом готовые я вам покажу. Покажу, как дым над ней идет. Может быть, вы чего-нибудь и унюхаете. Жаль, что у меня камера запахи не ловит, и не снимает, и не передает. Я бы вам с удовольствием показал, дал понюхать. Ну, пока до готовности ждем. Я пошел по своим делам, то бишь телевизор смотреть. Вот и все, друзья. Процесс изготовления картошки жареной заканчивается. Приблизим, чтобы запах вы услышали. Друзья, я сейчас начну через какое-то время, ну, естественно, подожду, чтобы остыло. Картошка, моя большая картошка, идет в комплекте с огурчиками. Вот эти огурчики малосольные. Я их не сам малосолю. Я пошел и купил на базаре. У меня, если честно, друзья, вот я вам покажу. Вот видите окно? Но это 9-й этаж. Но я из него вот так плюю, да и попадаю на крышу рынка. Крытый рынок у меня. Представляете, я там все покупаю. И овощи, и фрукты. Вот, кстати, сегодня купил маленькие такие, без косточек, лепесины. Представляете? Я люблю маленькие без косточек лепесинчики. Их удобно хряпать. Ну, в смысле, есть. Итак, друзья, я вот вам показываю, как я узнаю, что она жарилась. Я помешиваю, а потом беру вот так вот, прокалываю. Не, я просто беру, вот смотрите, я взял и несу в свой едальник. Друзья, я чуть-чуть ошибся. Еще 5 минут мы ее по это самое помучаем, потомим, и она будет готова через 5 минут. Ну, друзья, теперь вы знаете, каким образом пенсионеры-пограничники жарят себе суперблюдо картошка. Давайте. Ну, пользы от нее я вам уже говорил. Но у меня, в принципе, собственно, уже и достаточно того, что будет только воротничок стоять. Я уже такой ленивый, что... Ну, только вам признаюсь. И то... вы меня, короче, раскрутили. Друзья. У меня уже почти... Только один воротничок и стоит. Так что все окей. Мне картошку можно хряпать. В смысле есть. Я процесс жизненный, в смысле оплодотворительный, закончил свой. С меня хватит. Поэтому я буду есть теперь со спокойной совестью картошку с огурцами. Зато у меня будет воротничок. Ой-ой-ой. Белый,
и стоячий. Ну все, друзья, я больше вам про картошку не буду ничего показывать. Она через 3 минуты уже будет готова. Процесс поедания, естественно, вам не интересно смотреть, правильно? Вообще неприлично в рот заглядывать, даже мне. Спасибо за внимание. Жарьте все картошку. Кстати, с морковкой. Я, знаете, почему морковку? Я ее вот сырую в детстве сильно любил. А уже не в детстве, сейчас-то у меня, ну почти детство я уже, потому что пенсионер, а пенсионеры это к несовершеннолетним по умственному развитию относятся. Поэтому сейчас я ее опять полюбил, только в порезанном виде. Я ее добавляю практически везде, и в первое, и во второе. В третье нет, не добавляю. А, кстати, на третье у меня сегодня опять компот. Фу, компот, какой компот? Квас. Я признаюсь честно, квасю я каждый день почти. Или квасю, или этот, как он у меня, морсю. Одно из двух, или квасю, или морсю. И вам рекомендую. А, еще я кефир иногда, кефирю. Бывает. Все, друзья, спасибо за внимание. Я вам все рассказал про картофельное блюдо мое.